27 марта юбилей отметила Светлана Вениаминовна Иванова, руководитель отделения по Верхнеуральскому району Управления Федерального казначейства по Челябинской области. Желаем вам оставаться всегда такой же красивой, бодрой, энергичной, полной сил. Пусть жизнь ваша будет полна восхищения, комплиментов и букетов цветов. Ведь такая женщина, как вы, заслуживает всего самого наилучшего. С юбилеем! И пусть годы добавляют только здоровья, красоты и мудрости. С уважением, коллектив ВТВ.